Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Есть такая загадочная вещь. Она называется «Русская духовность». Весь мир знает, что у России какая-то особая духовность – загадочная русская душа. Что это такое? Толком никто определить не может, пишет Валентин Семенович Непомнящий. Нам довольно понятно, что такое, скажем, японская духовность, британская, итальянская, германская. Все это можно охарактеризовать как-то более или менее предметно. Но что такое русская духовность? Какое-то облако, которое толком никто не охарактеризовывал. И вот я прихожу к выводу, что есть некоторая аналогия между таинственностью русской духовности для всего мира и загадкой поэзии и личности Пушкина. Все, кто занимаются Пушкиным, говорят, что его черты трудно определить. Можно сказать, Лермонтов – мятежность, Тютчев – космизм, пантеизм, Толстой – диалектика души, психологизм. Есть чеховские интеллигенты, тургеневские девушки, гоголевские типы. Ничего подобного у Пушкина нет. Нет пушкинских типов. Нет, скажем, пушкинских дворян или пушкинских мужиков. Его трудно ухватить. Но в то же время есть такое уникальное явление мировой культуры, как «мой Пушкин». Моего Шекспира не существует, моего Сервантеса не существует, нет моего Гомера и так далее. У нас нет ни моего Гоголя, ни моего Достоевского. Зато, говоря о Пушкине, толкуя его, каждый пишет свой портрет. Все, что связано с Пушкиным, является для человека родным. Почему так? Это довольно просто объяснить. Пушкин в своей поэзии задевает самые тонкие, самые душевные черты. В его собственной и в вашей мысли происходит как бы созвучное, совместное звучание. Человек откликается на поэзию Пушкина. Она вечна. И мы счастливы, что у нас есть поэт, который задевает наши душевные свойства, наши душевные качества. Сегодня мы, как и обещали, разбираем стихотворение Пушкина «Пророк». Обычно анализ стихотворения в школе начинается с того, что произведение читается полностью, а потом анализируется. Нам бы хотелось пойти обратным путем. Сначала проанализировать, а потом прочитать и уже прочитать как осмысленное, знакомое, то есть понять, о чем оно, в чем его смысл. Вот стихотворение «Пророк» является стихотворением богословским. Мы называем Достоевского привычно уже сейчас называть художественным богословом в литературе. Но Пушкин-то тоже художественный богослов. Почему-то вот это за понятие не закрепляется за Пушкиным, художественный богослов. Но в этом стихотворении он как художественный богослов. Здесь богословие абсолютное, и он нигде не ошибся. «Духовной жаждою томи». Бог, мне часто говорят, Бог, вот я молюсь, и ничего не случается, и ничего не получается. Ну так, значит, молитва пустая, духовной жажды нет. Как точен Пушкин. Для того, чтобы Бог обратил на тебя внимание, нужно томление духовной жажды. То есть томление по Богу должно быть. Или, как писал протопоп Аввакум в своем житии, ревность. Я ревную о Христе. Вот ревность о Боге, ревность по Богу, томление духовное, они должны быть. Тогда Господь тебя услышит. А если томления нет? Ну, пустая молитва, тогда пустая, она ни к чему не прикрепляется. «В пустыне мрачной я волочился». Вот когда у человека начинаются духовные томления, это значит, что он дошел до крайней точки. Его жизнь превратилась в пустыню, а жизнь называется не жизнью и даже не существованием, а волочился. Насколько точен Пушкин? Волочился. То есть едва-едва доживал. Был на грани. И пустыня называется, то есть пустое место. Одиночество тотальное. Никого вокруг нет. Не с кем, видимо, словом переброситься. И пустыня называется мрачная. Вот это мрак. Это, конечно, не то, что вокруг. Вокруг может быть солнечный день и масса веселых людей. Но это внутренняя жизнь. Человек остался одинок внутри себя. И мрак окутал его изнутри. Он не видит выхода. И Пушкин подтверждает. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Вот это перепутье, это
человек не знает, куда идти. Мы знаем образ перепутья еще из сказок. Направо пойдешь, то-то найдешь, налево то-то, прямо то-то. Ну, назад пути нет, четвертый. Вот этот крест, перекресток, как крест. Один путь уже пройден, это прошлое наше. А те пути перед нами, пожалуйста, свобода выбора. Правильный путь, слово православие тоже состоит из этого слова, из правильного пути. Левый путь есть. Мы тоже знаем, пошел налево, тоже знакомая такая фраза. Что мы там найдем, тоже можем предположить. Есть прямой такой лобовой, короткий путь. Ну, вот таким коротким путем шел Пушкин. Короткий, лобовой, он сразу себя всего за короткое время как бы изъял из себя вот и дух, и все, чем он был наполнил. Он же прожил короткую жизнь. Но он сделал так много, которые люди не делают это за 90 там лет, если они проживут. Иные и большинство не делают. То есть вот это вот путь как бы быстрый очень, ведь прямая дорога самая короткая. Находясь в этом состоянии, человек видит шестикрылого Серафима. Пушкин и здесь очень точен. И шестикрылый Серафим явился. То есть не пришел, не прилетел, явился. Когда я детям задаю этот вопрос, вот почему Пушкин употребил слово «явился»? Он говорит, ну это и так понятно. Возник из ничего и сразу. То есть они помещают сразу шестикрылого Серафима в хронотоп. Из ничего и сразу. В пространство и время. Пространство. Из ничего возник. То есть нет того пространства, где бы он двигался. И сразу, во времени, мгновенно возник. Вот удивительно, как Пушкин совмещает это все в слове, относящееся к Серафиму. Кто такой шестикрылый Серафим? Это ангел, который находится у престола Божьего. Он занимает в ангелологии вот самую высшую ступень, ближе всего к престолу. Это огненные серафимы. Серафим означает пламенный, огненный. Это ангелы огня. Вот мы знаем явление сошествия благодатного огня на гроб Господень в Пасху, перед Пасхой, накануне Пасхи. Вот его, этот благодатный огонь приносит оттуда, от престола Божьего, шестикрылые серафимы. Потому что он не жжет, потому что они вот такие шестикрылые серафимы. И именно этот огненный ангел явился человеку, который не знал, что делать со своей жизнью. А дальше идет процесс замены всех органов чувств. Моих зениц коснулся он перстами легкими, как сон. Вот у Серафима ведь нет рук, ну, как бы в нашем смысле. А вот персты есть, оказывается. Пушкин употребил слово персты. Но персты эти не наши персты, не человеческие. Мы ведь, когда касаемся друг друга, мы чувствуем, что кто-то притронулся к нам. А вот Серафим так коснулся, что пророк почувствовал, ну, еще не пророк, еще человек, да? Почувствовал, но в то же время это было так легко и незаметно, что он не понял, что это было за прикосновение. Вот как сон. Ведь мы во сне тоже чувствуем прикосновение, а их же нет на самом деле. А они и в то же время есть они. Вот это и есть персты Серафима. Он шестикрылый. Серафимы шестикрылые. Они на иконах изображаются как шестикрылыми серафимами. Значит, двумя верхними крыльями он прикрывает глаза, потому что на Бога нельзя взирать прямо или нагло. Поэтому существует традиция прикрывать глаза. Мы в церковь входим, мы должны не глазеть друг на друга, а прикрывать глаза.
вот это вот правило шестикрылого серафима. Нижними крыльями он прикрывает ноги, потому что Богу нельзя показывать низ. Отсюда длинные юбки. Мужчины носили длинные рубахи, кстати, тоже была традиция вот длинных таких рукавов, рубах, юбок. Но вот сейчас мы ее утратили, поэтому часто задается вопрос, зачем в длинной юбке ходить в церковь. Ну, сейчас можно ходить и в короткой юбке, но правило, существует правило прикрыть ноги, потому что Господу нельзя показывать зад. И, наконец, средними крыльями он летает. Он же ангел, он должен летать. Таким образом, шестикрылый серафим. Итак, глаза моих зениц коснулся он. Пушкин употребляет в этом стихотворении церковнославянизмы. Все стихотворение из церковнославянизма. Когда мы с детьми говорим о языке, я говорю, ну вот у Пушкина же есть стихотворение, написанное полностью на церковнославянском языке. Вы же его понимаете? Какое? Пророк. А, ну да, пророк-то мы понимаем. Я говорю, так оно на церковнославянском написано. Разве не на русском? Я говорю, нет. Вы же читаете, вы читаем, понимаем. Значит, церковнославянский язык не так сложен, как кажется. Слово «зеницы» – понятно, что это глаза. Так вот, какие были глаза? Какую испуганная орлица. Глаза испуганные, но есть такая поговорка. Глаза боятся, руки делают. То есть глаза у человека испуганные. И мы действительно всего пугаемся. Вот увидели чего-то. Как там случится? Как здесь случится? А это что такое? То есть глаза у человека оказываются испуганные. А теперь глаза становятся какие? Вещи. Отверзлись вещи. Зеница. Пушкин заменяет испуг вещностью. Вещи вечны, всезнающие. Вот значение слова. Поэтому глаза вдруг становятся всевидящими. Они все видят. Следующее прикосновение к ушам. Уши были закрыты для мира Божьего. Уши слышали шум, который слышим мы. Мы же шум в основе своей слышим. А теперь уши стали слушать. И горний ангелов полет. Мы же ведь не слышим, как летают ангелы. А вот человек, который становится пророком, слышит, как летают ангелы. Это какие же уши у него? А еще он слышит подводный ход. А мы же тоже не слышим, как рыба ходит под водою, глубоко в глубинах. А пророк слышит. Значит, уши и верхние миры слышат, и нижние миры. А еще уши слышат и дольние лозы прозябания. Прозябание от слова «зяби». Зябь, озимые, то есть это растения, которые вот-вот только появляются. Вот сейчас наступит весна, и все начнет только появляться, прозябать начнет. Ну и слово имеет зябнуть, то есть еще прохладно, а они уже появляются, растения, да? Зябнут, зябение. Поэтому вот мы тоже не слышим, как они растут. А Господь открывает пророку такие уши, что он слышит, как растет растение, как стебель поднимается из земли, как он увеличивается, как он растет. Таким образом, вот этот вот фрагмент, который касается ушей, он у Пушкина особый. Значит, мы слышали шум, а должны услышать что-то другое. Вот что мы должны услышать, Пушкин заложил в звукопись этого стихотворения. Если у меня сейчас получится, я попытаюсь так же, как я это делаю со студентами, показать, какой звук появляется, когда уши открываются. Если у меня получится. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дольние лозы прозябания. Мы слышим
колокольный звон. Значит, мир наполнен маленькими звоночками какими-то, которые при шуме, который мы слышим, слышны. Вот этот колокольный звон, который с небес идет каждую минуту, каждую секунду, он вообще не прекращается. Это, может быть, это ангелы звонят. Звон, а Пушкин слышит. Поэтому Валентин Непомнящий прав. Если человек не соприкасался с Богом, он этого не может описать. А Пушкин соприкасался. У Пушкина было явление Бога. Он явно встречался или с ангелом, или какая-то встреча у него, какая-то духовная встреча у него была, что он это услышал. Затем Серафим касается языка, а язык какой у человека был, и празднословный, и лукавый. То есть мы же либо болтаем просто так, либо лжем. Вот пророк Исаия так и говорит в своей книге Ветхозаветной. Мысль изреченная есть ложь. Ее потом Тютчев повторит в своем стихотворении. Ну что значит мысль изреченная есть ложь? Это не говорит о том, что я вот специально взял и соврал. Ну, хотя мы и специально иногда лжем. А речь идет о том, что мы, говоря что-то, мы не должны быть уверены, что это именно так. Потому что мы же не знаем. А может быть, в Божьем мире это и не так вовсе выглядит. Это нам кажется, что это так выглядит. А может быть, у Бога это не так. Вот старцы как раз это вот. Когда соприкасались люди со старцами, они это понимали. Потому что человек шел с вопросом, как поступить. И старец произносил, старец говорил так, что человеку казалось странным. Почему он должен так поступать? Это неожиданно. Вот как раз в фильме «Остров» Лунгина показано это. А ты пойди сейчас, продай Борова, вот квартиру продай, езжай в Германию и закрой глаза мужу твоему, который там пропал в Великую Отечественную войну. То есть совершенно необычная такая ситуация. И она поражена, говорит, почему я должна это делать? И вот откуда вы знаете, что я должна это делать? То есть вот поэтому, соприкасаясь, мы не знаем, правильно ли мы говорим. Вот то, что мы говорим, так ли это на самом деле? Это нам кажется на сию минуту, на сию секунду, что это истина. Поэтому мы лжем как бы априори, вот заведомо, не знаю просто. Может быть, действительно мы просто врем. Поэтому вот Пушкин точен в этом, разнословный и лукавый. А какой стал язык? И жало мудрые змеи. Язык стал мудрым. То есть язык стал говорить истину, такой, какая она есть на самом деле. Мы ведь часто боимся услышать истину. Некоторые говорят, ой, как я пойду на исповедь? Там же надо сказать правду. Значит, человек говорил неправду всегда. А сказать правду он боится. Страшится, страшно сказать правду. Заглянуть внутрь себя, вот в свои глубины, бывает страшно. И человек исповедь боится. И не идет. Только по причине того, что вдруг он что-то в себе откроет такое, чего он не знал. Поэтому вот Пушкин и об этом пишет в этом стихотворении. Затем прикосновение к главному органу, который орган, который думает, мыслит, отвечает на наш вопрос. Это сердце. Это сердце. Сердце человека было трепетное, и сердце трепетное вынуло. Трепетное сердце. То есть трепетало от всего, оно у нас действительно трепещет. По всякому поводу трепещет. Что-то так, что-то не так трепещет. Как там на меня посмотрят, что там обо мне подумают. Все время трепещет. А стало каким? Горящим, пылающим. Пылающий. И уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую подвинул. Я у детей вот в этом месте спрашиваю обычно, у студентов или у учителей. А откуда огонь-то взялся? Почему сердце
заменяется углем, огнем. Ну, если кто внимательно слушает стихотворение, вместе со мной проходит этот путь анализа, они говорят, так Серафим-то огненный. А, Серафим огненный, поэтому он принес огонь этот и прожигает сердце человеческое. Здесь источником тоже является пророк Исаия, книга пророка Исаия, которую Пушкин знал, видимо, очень хорошо знал. Ветхий Завет и книгу пророка Исаия. Потому что там говорится в этой книге о том, что «и взял я жертвенник, и уголь пылающий, и вот также прожег уста его». То есть вот прожигание идет, чтобы прожигание огнем, чтобы человек видел правильно, говорил правильно, слышал правильно и чувствовал правильно. А дальше опять богословие. Вот все завершено. Глаза заменены, уши, все органы, зрение, сердце. И вдруг Пушкин пишет, как труп, в пустыне я лежал. Все заменено. Что еще осталось? Казалось бы, завершенный процесс. Но Пушкин пишет, как труп, потому что чего-то не хватало главного. И это главное идет следующей строчкой. Эти строчки – труп, человек-труп, поставленный рядом. «И Бога глаз ко мне воззвал». То есть человек-труп, ну, в кавычках возьмем, то есть не живой, без Бога. А вот когда Бог говорит, и человек его слышит, человек оживает, восстал, воззвал, и человек восстал. Поэтому не хватает гласа Божьего. И что Бог говорит? Идет молитва практически. «Восстань, пророк, явишь и внемли». Вот они, церковно-славянские слова. Обычно дети сразу переводят, сразу понимают. Причем, заметьте, в интерпретации Белинского и революционных демократов слово «восстань» иногда звучало конкретно. Призыв к декабристскому восстанию. Прям конкретно «восстать и идти». Вот. И пророк – это вот прям почти декабрист был. На самом деле слово «восстань» это восстановись, восстань, корень стан, становись, то есть восстановись. Ты был трупом, ты был мертвым, был неживым, вот в пустыне мрачной влачился, а теперь живым стань. Восстановись, тебя же Бог живым создал. Вот слово «восстань», оно очень глубокое, оно очень глубокое. Ну, «вижте, внемли», понятно, «исполнись волею моей». Это прямо строчка из молитвы. В каждой молитве есть «Да будет воля твоя, исполнись волю моя, исполни мою». Везде идут эти слова. Пушкин вставляет текст молитвы. А дальше опять богословие. «И обходя моря и земли, глаголом жги». Вот теперь обожженный сам должен жечь других, сердца людей. Потому что в сердце огонь должен гореть. И сердце, соприкасаясь с сердцем, зажигает его. И почему глаголом? Почему глаголом жги? Не словом, а глаголом. Потому что слово – это общо. А вот глагол – это конкретно. Глагол – это часть речи, которая означает действие. То есть глаголом – глаголь, говори, действуй. Глагол или слово «рцы», вот буква «р» звучало как «рцы». Вы чувствуете, прям приказ какой-то идет, в самом звуке приказ идет. И также глаголь. Рцы, или еще было слово «толцитесь». То есть все время у Бога нет слов покоя. Вот когда мы разбираем Булгакова, «Мастера Маргариты», мы говорим, что мастеру был подарен покой. Вот там много о покое. Учителя, как правило, тоже задают вопрос, что за покой такой? А вот там ничего нет в покое. Покой – это когда отсутствие всего. А у Бога рцы, толцитесь, глаголь. То есть человек все время должен быть в действии. А теперь, когда мы так подробно разобрали каждую строчку стихотворения, уяснили смысл церковнославянских слов, обратили внимание на звукопись и символику, послушаем теперь, как полностью звучит пушкинский пророк в новом прочтении.
духовной жаждою томим. Пустыни мрачной я почесть. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, какой испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, уста замерзшие мои, ожил десницей кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую подвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». На этом наша программа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим говорить о творчестве Пушкина и разберем еще одно его стихотворение, которое обходит стороной в школе, и узнаем его истинные духовные смыслы. Всего вам самого доброго и до свидания.